Вы в эфире с Джейм Джон и Джейсоном. Да, мой брат работает в тюрьме, и он говорит, что арестованные демоны молчат. Не хотят говорить даже со своими адвокатами. Это подчеркивает мои опасения, связанные с этими демонами. Они необычные преступники. Возможно, они даже необычные террористы, хотя, безусловно, они совершают теракты. Но с каждым днем растет моя уверенность, что это культ. Вы шутите? Такие точно с головой не дружат. Они на все готовы. Звучит пугающе, да? Значит ли это, что нам придется жить в страхе, постоянно оглядываясь через плечо, каждую секунду ожидая атаки? Мне кажется, друзья мои, ответ – да. О, новый снимок. Так и не послал резюме в ту кофейню. Получал бы больше, чем в лаборатории. Красота! Отлично. Я и забыл, как люблю фотографию. Еще камера. Очень похожа на кошкину вещь. О, бедный паук. Я знаю, что ты разочарован моим поведением. Но никому же не нравятся идеалы. Вот оно. Тут продают дорогие вина. Она развивается. Попробую опередить ее. Нападение на инкассаторов. Подозреваемые в масках. У нас вызов из театрального квартала. Демоны грабят бронемашину. Уверен, деньги им не нач... Давайте поговорим по душам. Ваши демоны-родители вас не любили? Папа слишком строгий. Мама всегда на работе. Чего демонам так много наличных? Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют.
Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за чёрт? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Понял. Продолжаю обход по внешнему. Там второй модуль. Что? Всем агентам, кто-то берет под контроль нашей системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Так, еще два модуля. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятье! Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед. Привет, МДЖ. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Последний. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Тут ничего, только мы, пауки. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нью? Ты вообще о чем? Статуя Нью с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДЖ. Джекпот. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс, а вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти!
Жуть. О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Привет, Пит. Как дела? МДжей, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклз, то это финдиректор Оскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Я в городе. Я победил этого борца, когда обрел свои силы. У меня до этого ни разу не было столько денег. Да и после этого тоже. Повернись. В порядке? А вы точно на должны что-то тут вот так стоять? Если видишь, не молчи. Так говорят. Твоя проблема в том... А, похоже, это док. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай. Чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях, проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Ограбление. Ответьте на вызов. Происшествие в Центральном парке. Грабители трудятся без выходных. О, как интересно! Нет, грабежам. О, люблю счастливые финалы. Джей. Черт.
Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэнди ж где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Прочь с дороги, дружок. И что это? Надо уходить. И быстро. Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Надо отвлечь его от лестницы. Что за... Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Похоже, пусто. Поймала. Надо идти. Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Стэндиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Она нервничает. Похоже, стык. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Как обстановка? Конвой будет готов? Все в порядке. По команде босса мы переместим Майклза в новое убежище. Они перевозят его. Надо узнать, куда, пока мы не потеряли след. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Вперед, вперед. Контроль. Я что-то слышал. Веду обход. Получилось. Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. Контроль, доклад. Без происшествий. Внимание! Похоже, у нас гости. Контроль. Кажется важным. Убежище. Если доктор Майклз в одном из них, Стэндиш может знать, в котором. Надо двигаться. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклз просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение его не наказывало. Опять? Да что не так с этим светом? Двигайся. Опасно. Ну, давай. Бойцы, будьте... Лучше проверить.
Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Уотсон, я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! О! Это не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди, он что-то знает. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДжей недовольна. Ладно, и еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие? Что? МЖ? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДжей, не делай это, МДжей. Это слишком опасно, МДжей. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной баз... Может, не будем сейчас об этом, ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклз где-то в Бауэри. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Черт, я закипал. Надо выпустить пар на патруле. Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. Это не я. А в смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Займешься этим? А я тогда никому не скажу, что ты нас взламываешь. Я бы назвал это обменом, но ладно. Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал.
Надо ориентироваться на сигнал. Люди Фиска. Смотрите, я в шоке. Барабаньки. Вырублю генератор помех. Глушилка все еще блокирует. Делают все тяп-ляп. Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказала, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. О, черт. Мы подключили копа, чтобы он отключил систему слежения. О, они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Yes. Выключаем. Избавимся от глушилки. Иногда вандализм — это правильно. А еще весело. Сработало, Человек-паук. Я принимаю слабый сигнал. С помехами, но я разобрала что-то вроде Фиск и костюмы. Фиск был главарем, но промышлял он с неподдельной одеждой. Чем быстрее система заработает, тем быстрее мы узнаем, что они задумали. Как на моем счете в банке. Зачем нам эти глушилки? Вроде сказали, наш коп отключил и так все вышки. Кто-то их активирует заново. Нашел. Приставать нас могут засечь. Вижу его!
Теперь надо сломать глушилку. Надо ее разбить. Или... Все, это последнее. Система должна заработать. Человек-паук, все снова работает. Супер! Что-нибудь еще выяснилось про людей Фиска? Нет, но система сообщает о неавторизированной активности в порту. Высылаю координаты. Я гляну. Надо успеть добраться до доков. Готово. Получилось. Купил этот инженерный калькулятор в комиссионке. Он перестал работать посреди экзамена. Сэкономить не вышло. Оружие. Хватит на целую армию. Не знаю, что они задумали, но явно ничего хорошего. Надо узнать, для чего им пушки. Сладких снов. Может, теперь пойму, что происходит. Оружие, форма надзирателей, удостоверение. Они хотели освободить Фиска из тюрьмы. Извините, что спутал вам карты. Дальше полиция сама справится. Тут тоже все нормально работает. Спасибо, что помог восстановить систему. Я никому не скажу, что ты к ней подключаешься. Но если тебя застукают, уж извини. Я не понимаю, о чем вы говорите. Простите, мне еще нужно поудалять с серверов все мои селфи. Питер, я готов начать новый тест. Ты где? Неловко вышло.
Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Это мама Майлза. Алло? Мистер Паркер? Должна предупредить, что он сомневался. Я поставила его перед выбором. Работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Это очень важно для нас обоих. Человек-паук, можешь помочь? Человек-паук, мы поймали снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Не храпи. Никто не любит кемперов. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в кампании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дел. Снайпер должен быть где-то здесь. У тебя тайм-аут. Один есть, еще двое. Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Это здесь. Ну и где убийца? Вовремя. Все три снайпера обезврежены. Это все? Если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграйте время, а я лишу их козырей. Сведи. Или они не остались. Если я не спасу заложников, их убьют.
Если меня увидят, они сразу же убьют всех заложников. Наши требования просты. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Ты не очень наблюдателен. Я не напугал. Тихий час. Еще раз спасибо. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы не вы. Мы с вами хорошая команда. Эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня? Супергеройство оставляет мало времени на гигиену, но без нее нельзя. Рецепт печенья тети Мэй. Ха, у меня оно так ни разу и не получилось. Эти камеры не из дешевых. Если Фелиции нужны деньги, откуда такая расточительность? Люблю, когда ты гоняешься за мной. Однажды я позволю тебя поймать, но не сегодня. Текс, черная кошка любит играть с людьми. Особенно со мной. Наряжаться в ковбоев, балерин или космонавтов и просить угощения. И пусть. Отвратительно то, что взрослые позволяют себе прославлять таких, как Человек-паук, одеваясь в их костюмы в наши непростые дни. Что скажете, сыну из Бронкса? Ну, это так. Но моя подруга купила костюм Девушка-паук. И он такой секси, что у нас... Вы же понимаете, о чем я? Ха. Естественно, нет. Джей Джона Джеймсон никого не осуждает. А вот вы, сэр, неуместно вспыльчивы. Всего доброго! Все знают, что родители разбились на самолете. Но я никому не говорю, что они были спецагентами. Я так мало о них знаю. И спросить не у кого. Thank you.
Эй, я опоздал. Доброе утро. Или вечер. А, неважно. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Это оно, Питер. Наш прорыв. Этот нейронный интерфейс прославит Octavius Industries. Можно оптимизировать это реле. Отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров.
Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док.
Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Закончил. Здорово. Логический контроллер для микрокабелей дока. Эти штуки потрясающие. Намного более гибкие, чем обычные, с постоянными осями. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Thank you.
Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Риной на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала... Не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же и... Все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй! Класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. До приюта несколько шагов. Как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома. Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока.